Не обращай внимания на тех людей, которые твердят, что надо рисовать по правилам. Знаешь, главное поймать вдохновение, ну и соответственно желание. Критике, конечно, нужно прислушиваться. Но знаешь, это не важно. Главное, чтобы рисование приносило тебе, во-первых, удовольствие, а не мучение и усталость. Если ты не хочешь рисовать так, как твердят другие, не нужно. Рисуй так, как хочешь ты.